полдень, загородный парк Самары. Пешеходов в парке, как всегда, много, а между ними снуют в обе стороны велосипедисты, самокатчики, скейтбордисты. На двух колесах кого только нет: курьеры с квадратными сумками за спиной, подростки, лихачи. У входа дежурит наряд ДПС, увидев который, одни предпочитают сразу свернуть, другие аккуратно спешиваются, третий так и гонит на электросамокате по зебре. Последний мгновенно попадает в поле зрения инспекторов, потому что по правилам так делать нельзя. В настоящее время на территории города Самары зафиксировано несколько дорожно-транспортных происшествий с участием именно данной категории лиц, в которых участники получили различные степени тяжести. Поэтому данное мероприятие как раз вот и направлено на то, чтобы разъяснить лицам, управляющим средствами дальней мобильности, определенный порядок и правила дорожного движения. За первый час рейда сотрудники полиции остановили как минимум 5 самокатчиков-нарушителей. По правилам дорожного движения ехать на самокате можно со скоростью не более 25 км в час. А весить сам гаджет должен не больше 35 килограммов. Отметим, что все прокатные средства индивидуальной мобильности этим требованиям соответствуют. Вопрос только к технике, которая находится в личном пользовании. Антон приобрел самокат недавно, купил всю необходимую экипировку. Передвигался по правой полосе дороги с разрешенной скоростью. Признается, что нарушает правила как минимум опасно для здоровья, а порой и для жизни. Очень важно соблюдать правила дорожного движения, которые вступили с 1 марта этого года. Это открывает новые возможности для данного вида транспорта. Для города в теплое время года это уникальная маневренность. Я водитель с 20-летним стажем. Но я могу сказать, что с момента приобретения самоката я за руль присаживался только один раз, когда мне нужно было перевести какую-то габаритную историю. Для меня электросамокат сейчас является идеальным транспортным передвижением в городе. Чаще всего самокатчики проезжают пешеходный переход, не спешиваясь, катаются парами, иногда едут на красный. Именно к личным самокатам сейчас больше всего вопросов, сказали полицейские, подводя итог рейда. Именно они находятся в серой зоне. Что с ними делать – предмет дальнейшего обсуждения законодателей и экспертов. Елена Чернявская, Петр Пламеев. События.